Я в театральный институт в Ленинградске поступал 4 года подряд. Сначала с приятелем пошел, ля-ля-ля, просто так, потом уже серьезно, постепенно серьезно. И слетал то с первого тура, то со второго тура, то с третьего. Вот. И я снимался в маленьком эпизоде «Загадка НФИ» у Ираклия Лорсавича Андроникова. НФИ – это посвящение Лермонтова вот этой Натальи Федоровне Ивановой. Он провел исследование. Вот. И я попросил его меня послушать. И вот эти 5 часов, которые я провел у него в гостинице «Московская» в Ленинграде, вот для меня они были... То есть он меня наполнил такой верой в себя. Он мне рассказывал про Салертинского, рассказывал про дирижеров, да. Ну, у него устный рассказ гениальный. А я читал ему «Скифа» в блоке, читал Алексея Толстого и басни и прочее. И он сказал где-то на 5-м часу нашей встречи, что вас примут. Я сказал: «Ираклий Лорсавич, вы позвоните Борису Вольфовичу в зону». Он говорит: «Не, я звонить не буду. Просто вас примут». И я настолько был уверен, что меня примут, меня приняли. И каждый год, когда он приезжал в Ленинградскую филармонию с устными рассказами, там битком в зал, он был гениальный, конечно, рассказчик. И после концерта я пробивался к нему в грим-уборную и через головы его поклонников махал ему рукой. Он говорит: «Ну как, я же говорил, все хорошо, все хорошо». Вот у нас был такой кот несколько лет подряд. И это, конечно, вот для меня. Вот у меня книга вышла, обязательно его фотографию туда поставил. И помню его всегда с радостью.